Нет ничего лучше, чем мясо красного кактуса. Известно, что шимпанзе охотятся на обезьян. Не, не, родик и птувалки. Вальгик макароны с мамита по фильмовски. Несколько самцов шимпанзе. Вальгик, мамита по фильмовски, Патрикас. Вальгик, сакоу! Мамита по фильмовски, птувалки и макароны. Нет колобуса на крайней ветке, которые можно потрясти, и тогда он упадет на землю. Либо колобус ошибется и сам упадет на землю. Тогда те самцы, которые ждут внизу, подбегают. Вальгик, вальгик, мамита по фильмовски. Иногда им удается поймать их прямо на дереве. Это очень искусные охотники. За ними можно наблюдать по несколько часов, особенно как играют малыши. Они заводят друг друга, демонстрируя свои двигательные способности. Если попытаться задуматься о том, как им удается делать такие вещи, то сталкивание не означает, что они не способны залезть на самое высокое дерево. Они могут добраться до верхушки любого дерева, если захотят. И они часто забираются на меньшее дерево, а с него перескакивают на большее. Вальгик, вальгик, мамита по фильмовски, Патрика свалка. Шимпанзе сородичи живут в своей средой обитания. Обезьянам нужны деревья, но и деревьям нужны обезьяны. Все очень просто. Все приматы, в особенности шимпанзе, едят очень много плодов. Только колобусы не едят, а все остальные – да. Иногда, когда они питаются на плодовом дереве, вы можете буквально увидеть, как раздуваются животы за время питания. Большую часть занимают не мякоть плода, а семена. И когда несколько часов спустя они испражняются, то относят семена прочь от родного дерева. Это очень полезно для сородичей. Дерево само хочет, чтобы его семена перешли с кроны на землю, и чтобы их младшие сородичи нашли себе приятное место для жизни. Шимпанзе оказывают им эту услугу. О, какие макароны! Если это взаимодействие, это будет иметь глубокие последствия не только для самого леса, но и для выживания всех видов обезьян. Считающие своим. Вальгик, вальгик, мамита по фильмовски, потути смаковать. Но, как и во многих подобных ситуациях, с объяснениями задним числом, действительно оказывается несколько иной. О, все равно. Происходит регенерация кибали. Брачные там вместе стояли деревья с очень густой и высокой кроной. Около 10 лет назад их вырубили. Что происходит затем? Вместо этого которые заменили бы собой вырубленные, на этом месте начинают травянистые растения. Они приносят крайне мало пользы приматам. Большая их часть несъедобна. Они тормозят и будущую регенерацию, потому что затеняются на почву. Это очень густая растительность, и свет едва достигает почвы. Так что даже если сюда попадают семена, они все равно не смогут прорасти сквозь травянистые растения. Вырубка лесов, пусть даже и выборочная, может быть сокращение популяции. Но Колин Чапман обнаружил, что различные виды обезьян по-разному отреагировали на изменение структуры лесов. Все зависит от типа питания. Сейчас, например, черные вальгики, которые едят листья, причем зачастую листья растений вторичного роста, увеличили свою популяцию после вырубки лесов. Популяция красных колобусов сразу после вырубки сократилась, но затем стала медленно, но верно увеличиваться. И можно рассчитывать, что через 80 лет она достигнет той плотности, которую мы видим в нетронутых лесах. Хорошо, если так, но с краснозадыми мартышками начались большие проблемы. Вырубка лесов может уничтожить в одночасье целый вид без шансов на восстановление. Для шимпанзе здесь тоже настали нелегкие времена. Шимпанзе очень чувствительны к изменениям, и если вырубаются деревья, особенно если это ценные для питания деревья, то их численность катастрофически падает. Они также очень чувствительны и просто к вторжению на их территорию. Можно, конечно, переместить одну группу шимпанзе в другое место, но она столкнется с другой группой. А верующиеся шимпанзе не есть счастливые шимпанзе. И все-таки в кибале шимпанзе и другие приматы испытывают меньше проблем.
Национальный парк позволяет существовать этим животным так же, как они делают.